20 сентября в Греции состоятся внеочередные выборы в парламент. Они были объявлены после того, как премьер-министр Алексис Ципрас, лидер правящей партии Сириза, подал в отставку. Социологические опросы показывают, что ни Сириза, ни главная оппозиционная партия «Новая демократия» не наберут абсолютного большинства голосов. Таким образом, мелкие политические силы имеют возможность стать более влиятельными, поскольку победитель будет вынужден создавать коалицию. Две проевропейские партии «ПАСОК» и «ПАТАМИ» говорят, что хотят помогать внедрять реформы. Они отмечают, что готовы присоединиться к любой политической силе, которая наберет большинство. Мы сделаем что угодно. Мы хоть с дьяволом объединимся, чтобы решить проблемы Греции. Общество на грани катастрофы. Неравенство растет. Мы больше не можем экспериментировать и ждать, чтобы какая-то партия набрала абсолютное большинство. Ципрас надеялся, что сможет обновить ряды своей партии и получить еще больше поддержки избирателей. Однако произошло обратное. Бывший министр энергетики в его правительстве, не согласный с реформами и пакетом финансовой помощи, основал отдельную политическую силу. Как предполагается, часть электората Сириза теперь будет голосовать за нее. Возможно, группа людей, которая возглавляла правительство, предала результат референдума и всю нашу борьбу с Ангелой Меркель и Вольфгангом Шойбле, но мы не сдались. Для выполнения требований кредиторов и получения финансовой помощи в рамках третьего пакета Греции необходима политическая стабильность. Если ее добиться не удастся, то стране грозит дефолт и выход из зоны евро.